Всем привет, друзья, давно не виделись. Король экономической эффективности. Пикун F6, ребята, наушники. Против, ребят, AirPods Max. 60 тысяч 4500, ребят. Сегодня я хочу протестировать и распаковать наушники от производителя Pikun. Как говорит компания, что Pikun F6 может конкурировать с AirPods Max. Не знаю, правда это или нет, сегодня мы распакуем, посмотрим и все как всегда, в силе все красиво. Пройдемся, ребят, по характеристикам. Также, ребят, у них есть шумоподавление 52 дБ. Не знаю, насколько это эффективно. 120, ребят, часов автономного использования наушников, поэтому производитель нам говорит, что 120 часов он может в автономном режиме работать без подзарядки. Четкий и классный дизайн. 1, 2, 3, 4, 5 цветов на выбор, ребят. За место того, чтобы брать AirPods, да, которые стоят 60 тысяч рублей, есть за 4500. И сейчас я сам лично хочу убедиться, что производитель говорит, что он конкурирует, да, с AirPods Max. Не знаю, насколько это правда, неправда. Сейчас будем с вами вместе тестить. Упаковочка такая довольно тяжеленькая. Вау! Вау, ребят! Здесь даже есть кейс под наушники. Офигеть! Я сам в шоке. За 4500 кейс. Офигеть! Вау! Так, это у нас инструкция, как и все. У всех зарядка, зарядное устройство и сами, ребят, наушники. Так, блин, ну качество бомбовое. Офигеть, вот это дизайн. Честно, я в шоке. Типа за 4500 такой дизайн. Я хочу просто послушать, подключиться сейчас к телефону. К своему кайфону, да? Нашел Pikun. Pikun у нас в тесте. Так, все, наушники заработали. Так, включаем музыку. Я не знаю, как передать вам все это, но постараюсь передать. Я не слышу вообще никого. Это бомба, ребята, я отвечаю. Басы, басы. Я даже свой голос отвечаю, не слышу. Я не знаю, кричу я или не кричу просто. У меня нет эмоций, просто эмоции. Сейчас жену приглашу, идем сюда. Вот, посмотри, послушай просто. Вот сравнение, вот эти наушники, ты слышишь меня? Глухо. Глухо? Вот смотри. Эти наушники стоят, чтобы ты понимал, 4500. Ты просто послушай их звучание. Да? Жесть. Слушай, сейчас басы будут. Бас.
Ну как? Просто да? Я честно, я в шоке просто. Вот слушайте, как они орут. Чтобы вы понимали, это бомба просто. Я вам честно говорю. Я даже не знаю, как вам передать эти эмоции. Это... Подождите. Дайте перед... Смотрите, 5000, да, вы должны понимать, что такое 5000 сейчас для качественных, хороших наушников, да? 60, да, не распакованные еще. 5000 рублей, да? Звучание просто бомбическое, я вам вот отвечаю. Вы все видели эмоции, да? Дизайн вы можете сами посмотреть, я выбрал для дочки. Дизайн просто... Самое главное, что материал, он не пахнет, да, каким-то там... жестким каким-то материалом, да, вот этой китайской прям дешевой, прям, ну, дешевкой, да, материал реально качественный, блин, все работает, здесь даже, смотрите, есть сантиметры, если что, нужно измерить линейкой, шумоподавление просто на высшем уровне, дизайн просто 10 из 10, звука, шумоподавление 10 из 10, по звучанию, по качеству звучания, ребят, это тоже 10 из 10. Если вы не хотите, ребят, чтобы наушники, да, за 60 тысяч ударили по вам, да, по банковскому счету, вы хотите качественный звук, что вы будете там на тренировочке заниматься, чтобы у вас было все в силе, все красиво, басы, чтобы у вас все было классно. Я однозначно рекомендую Пикун F6, ребят. От меня для вас, ребят, цена 4315 рублей. По ссылочке внизу вы можете приобрести. И вы никогда не пожалеете. Вот в чем суть. 4315, да, по моей ссылочке вы проходите, покупаете 415, вам приходят наушники, и вы кайфуете. И вы идете просто в магазин и отдаете 60 тысяч и получаете такое же звучание. Поэтому дело за вами, ссылочка внизу, надеюсь, вам понравился, и надеюсь, то, что у вас будет все в силе, все красиво, а я сейчас пойду музыку слушать.